построил вот баньку. Начал я ее строить с апреля месяца. Строил ее 7 месяцев. Сегодня 1 декабря. Ну, запустил я ее первый раз 11-11. Получилась баня. Ну, еще лучше, да. Ну, все лучше. Как бы уже зима. Вот внутри. Ну, много еще, конечно, недоделок. Слушай, ну тут немного красоту наводили. Ну вот, как бы все обшито вагоночкой. Евровагонка. Вагонка 4 метра. Ну, а здесь длина больше. При бане получился на 3 на 4,5. То есть вот. Пока еще ничего не сделано толком. Печка у нас Горыныч 3. Заказывали ее с Башкирии, город Уфа. То есть их производят только там. Вот такой был президент, герб и совок, веник вот такой и кочерга. То есть вот так вот сделала тут импровизированную полочку. Жена попросила, сказала, надо какой-то декор, не знаю, что на нее будут ставить. Но вот такую нам памятку подарили в баню. То есть все про красоте. Вот такая вот табличечка у нас. Это банька, чтобы не ошибиться. Ну и как бы вот эта помывка у нас. Ну, еще нет полок. Все это в процессе. Все делаю сам своими руками. Все эти лавочки сделал своими руками. Как бы вот. Печка вот такая, бак на 100 литров с нержавеющей стали, сталь 2 миллиметра. Вот такую дверь заказывали. Замечательная дверь. И все также евровагонкой обшита у нас. Обработана она вот таким материалом. Биотекс. Биотекс. Да, биотекс. Вот такая для бани саун. Все обработано. Все отлично. Но на беспорядок не смотрите, потому что все еще в процессе ремонта. То есть потихонечку вечерами занимаемся. Как бы вот. Вода греется довольно-таки быстро. Вот такая у нас парилка. Камушки. Вот. Труба делал сам вот этот вставыш. Ну а дальше остальное, да, остальное вот это покупали уже, покупная труба. Вот. У нас вот такая молчимая потея, табличечка. То есть парилка 2.30 на 2.30, вроде так. Вроде такая. Такое окошечко у нас. Стильничек. Вот как бы. Все по красоте. Вот эта штука снимается, что под лавки. Просто одним шурупом крепится. Ну, сделала съемную ее. Вставляется. И потом просто одним шурупом, чтобы не выпадало. То есть держится все отлично. Обработана в ротной лавке маслом. Масло специальное, не помню, как называется. Обработаны они. То есть они не впитывают ни влагу, ничего, и довольно такие гладенькие. Вот так вот получились полочки. Все сделано, съели. Ну, выбирал, конечно, чтобы без карманов были, потому что многие, много ель попадается, что смоляные карманы. Ну, я старался выбирать, чтобы было без них. Вагоночка стоит тоже, первый сорт брали, без смоляных карманов. Все сделано с душой, все своими руками, то есть без чьей-либо помощи. Тоже также дверь заказывали
отдельно вместе с входной. Вот это стеклянное у нас. И это вместе пришли в водосток. Не помню, как называется. Ну, не факт. То есть можно в интернете найти, они есть. Вот такая здесь лампа. Ну, и как бы все сделано своими руками. Лавки снизу обработаны лаком яхтным. Полы я тоже яхтным лаком обрабатывал. Сначала немножко был запах, но сейчас запаха от него вообще нету. Как бы снизу яхтным лаком, а сверху все обрабатывал биотексом. То есть, чтобы не буксовать, не скользить на них. Ну, лак, я бы не сказал, что прям скользко. Ну, если какие-то коврики стелить, я так помазал, чтобы меньше гнило, как бы, чтобы меньше плесени было. Вот так как это баня, влажность здесь присутствует. Вот, такая вот у нас получилась банька. То есть оцените от 1 до 10, кому как. Ну, я думаю, что банька сойдет. Вот такой бачок попросил, чтобы сделали сталь 2 мм. У них от 1 до 3 изготавливают бачки. То есть оптимально для нагрева сауны самой парилки и этого бачка. То есть 2,5 часа топится баня и нагревается полностью. И вода, и сама парилка. Ну, в парилке, конечно, пришлось сделать вот такой экран. Потому что большое излучение. От печки идет, сидишь на полке и ноги жгет. Ну, сделал такие окошечки, чтобы для вентиляции воздуха было. Их сделал. И все это ушло. То есть здесь довольно-таки мягкий пар стал. Как бы нравится все. Камушков с моря привезли. У нас вот такие вот камушки кругленькие есть. Ну, то есть мы их еще заготовили с февраля месяца. Так как еще даже печки у нас не было. Но мы ее уже заказали. Вот такая печечка пригодилась нам. Очень нравится. Респект, уважуха тем людям, которые ее делают. Так, изобрели. Вот это специальный канал, где чистится дымоход. То есть печь проварена с двух сторон. То есть снаружи и внутри. И довольно-таки неплохой КПД у нее. Вот. Вот так вот получилось. Ну, на мой взгляд, думаю, что все будет нормально. Всем удачи, всем здоровья.